Безусловно. Но она при этом должна еще уделять время семье, детям, мужу и всем остаткам, всему оставшемуся, что у нее есть, правильно? Но тем не менее, карьерный рост обязателен, так как для любого человека в этой жизни необходимо развитие. Если это возможно совмещать, то лучше это совмещать. Но я считаю, что на первом месте, конечно, семья и дети. Чалышсынлар, мен унахол тутам уларга, чалышсынлар, бильсинлер, ойнасынлар, кульсинлер. Я считаю, что современная татарская женщина не должна обязательно сидеть дома и смотреть детей. Она должна совмещать. Сейчас она должна и смотреть детей, и быть бизнес-вумен, и во всех сферах быть развитой, везде должна все успевать, знать, в курсе всех событий быть, потому что именно мать растит поколение новых детей. Она внушает, она приносит информацию для детей. И она растит это новое поколение, объясняет, внушает детям, какие-то цели им ставит, понимаете? Сначала, ну, должна быть домашней, дома, а потом, может, уже карьера. Ну, в данном случае я сижу дома, занимаюсь домашними делами и ребенком. Если не мешает это заниматься домашними делами, то почему бы и нет? Сидеть дома и смотреть за детьми, наверное. Если она замужняя, то если она понимает, что на нее возложена ответственность семейного очага и детей и все остальное, уход за мужем, там, то она, естественно, должна уделять больше времени семье. Большей степени. Но не забывать о том, что она должна развивать свои какие-то творческие способности, какие-то, если у нее есть таланты, она может это делать все на дому, какие-то фантазии или там ее. А то, что касается незамужних, то действительно они там есть для того, чтобы, думая о карьере, они могут заниматься, я думаю, что карьерой, потому что нашему народу, без Мхалхамызга, нужны какие-то одаренные люди, профессора. Ну, я думаю, что там надо смотреть по обстоятельствам. Нужно сначала вырастить детей, и, ну, можно и одновременно, конечно, строить карьеру и сидеть дома и растить детей.